Опа, опа, ну давай, я тебя не боюсь. Опа-па, опа-па. Смотрите, танцу. Хо-хо-хо, вот это меня расколбасило. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Угабуга, Гусанек, Форум, Профит, Абгай, Маквейт, Фуфло, пацаны, скажите очень крутые слова. Привет. Всем привет. Скибиди, доп, 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 ой, всем привет. Всем здравствуйте, люди. Ребята, у нас сегодня очень классный ролик, потому что мы будем убегать от Скибиди, доп. Если тебе кушать, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться, угорать. И поднимать вам настроение. Погнали. Так, все, пацаны, уходите, потому что я сейчас буду включать искусственный интеллект. Поставим для начала одного и посмотрим, как он будет нас гасить. Так, пошел. Он быстрый. Он очень быстрый? Да, нормально пузом, да, трясет? Ребята, если вам понравится этот ролик, обязательно ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Ой, пошел. Он очень быстрый. Мне кажется, он даже быстрее, чем Абунга, да? Да. Он очень такой, смотрите, как он прыгает. Давайте еще сразу лупанем одного. Опа-па. И третьего. Давайте три штучки для начала. Посмотрим, как мы повыживаем с ними. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пошел, псих. Так, пока я смотрю, никто особо не умирает. Да. Не, все вначале поумирали. Да? Опа, слился. Ладно, пусть он меня убьет. Давайте посмотрим, как вообще он убивает. А чё, когда он убивает, мы вверх подлетаем? Это нормально вообще? Или это фишка его он такая? Он животом бьёт нас. А, он типа животом бьет, я понял. Да. Чисто в стратосферу улетит. Да. Представьте, какой надо пуз заиметь, чтобы так лупашить. Сегодня этих пуз будет 100. Нормально, да. Я ставлю еще сразу, не, как бы не стесняясь, да, побольше их ставим. Ой-ой-ой, пошел. Так, а я постараюсь посмотреть, насколько у них высокий интеллект и... Посмотрим, спрыгивают они с высоты или нет. Так, давайте сразу сюда зайдем и сейчас посмотрим. Бежит. Абунга опа, упал. Да, Абунга, они, значит, на Xbox, может, одинаково себя ведут или нет? Как вы думаете? Ну, могут одинаково, а могут это быстрее. Так, нет. спрыгиваем. Ой-ой-ой, об кого-то ударился. Ого. Так, ставим еще побольше ставим. Ой, смотрите, догоняют. Кстати, я так понимаю, что только с бенни-хопа можно от них убегать. Так не убежишь, да? Да. О, так тогда надо нам гравитацию увеличить, чтобы особо не убегали, ребята. Сейчас мы сделаем очень класс, смотрите, мы сделаем искусственный интеллект, отключим. И сейчас я уберу гравитацию. На 10 тысяч. Даже, скорее всего, не уберу, а добавлю ее на максимум, насколько это возможно. Так, гравитация, чего не надо? Вот, мы добавляем здесь нолик. Все, получается у нас 10 тысяч, а ну проверяем. Да, все, прыгать, ребята, вообще невозможно. А вот теперь, погнали. Ого! Умирать будем. Нифига себе, я просто максимально свалил. А они будут все равно прыгать высоко, или на них гравитация не действует, только на нас действует. Да. Так, я думаю, что даже теперь уже сколько? Их 6 штук, особо не поубегаешь. Смотрите, ну, смог. Красавчик, нормально, да? Возможно убегать, я вижу. А ну-ка. Надо вот так вот просто петлять быстро. Опа, задри... Ох! А, получается, мы уже теперь не подлетаем, он просто нас придавливает к земле максимально. Так. Ой, извините, побежали сюда. Да? Понял. Да. А давайте проверим, сколько жизни отнимутся, когда я упаду вниз. Все равно 10 хп, да? Ага, да, понял. Нет, 10, да. Надо, короче, ставить еще этот реалистичный урон от падения. Тогда вообще будет жестко. Так. Чисто фаршем будем становиться. Так, да, вообще будет жесть просто. Че, включить или нет? Да нет. О, не надо? Ха-ха-ха, ты чего? Да че вы ссыть? Вот это я максимально быстро падаю. Солнце, оно не гонится. Да, их еще и убить невозможно, они все бессмертные. Так, давайте, реалистичный урон от падения. Включил, все. Нельзя прыгать вообще. А давайте сейчас и проверим, сколько жизни. Вот у меня 80. Ой-ой-ой, сразу. Все, теперь вообще получается, даже нельзя падать вниз ни с какой высоты. Да. А представьте, если бы можно было высоко прыгать и умирать от прыжка. Ха-ха-ха, вот это было вообще бы круто очень. Опа, ну давай, я тебя не боюсь. Опа-па. Смотрите, танцу. Хо-хо-хо, вот это меня расколбасило. Ни финта себе, вот это они крутецкие. Давай. Опа-па. Ребята,
Не забываем обязательно влупить лайкосик и подписаться. Дима, я один только два раза умер. Наверное, да. Ты ж, наверное, читеришь, как всегда. О, давайте в воду поплывем. А столько гравитация плыть возможно? Возможно. А, меня убил. Кстати, я должен был, по идее, вообще тонуть с такой гравитацией, но я плаваю над водой все равно. Да? Да не, оно плавается, я ж проверял только что. Опа-па! Давай, давай! Ой, ой, блин! Мне кажется, даже нема смысла больше ставить, потому что они так, да как-то гасят жестко вообще. Когда я плыву, у меня это забирается. Давай, давай, давай! За мной, короче, гоняется аж 4 штуки. Ну что вы мне сделаете? Что? Давай, давай! Хи-хи, прикольно! Кстати, должны были убить. Нет, не убивают, не убивают. А, ладно, забирай свои слова назад, убиваю. Наказали. Наказали, да. Ой. Так, я пока мисс тут похожу, подальше от них, постараюсь подольше повыживать. Дима, ты знаешь, что это, с нами записываешься ты и еще один Дима? Да? А что это, мой тезка? Дима Матюк? Понял, принял. Давай еще Дима. Еще добавлять? А, подожди, это не... Ай, блин, маленькая ж высота была. Я сразу крякнул. Хорошо, уговорил. Полетели, полетели, полетели. У-у-у-у, танцуют все. Так, 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 быстрее, 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 быстрее. Так, получается, теперь вообще нельзя откуда-то спрыгивать. Вот, чувак сразу умер. Вообще никак не спрыгнуть. Я буду тут со скелетосом стоять, все. Давай повыживаем здесь. А пацаны пусть попогибают там, а мы-то постоим здесь. А кто у нас тут? Профит, Уга-Буга, Обгай пришел. А пацаны, вон нормально бегают. Давайте возьмем камеру, поувеличиваем. Фоточка на память. О, это хорошо. Во-во-во-во. Ай, блин, я испугался. Вот это колбасит. Быстрее, 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 надо бежать. Так, все отлично. А куда идти? За мной, за мной, за мной. Ой, да блин, да что ж ты не предупредил? Ну, ёкала, мене какала. Дима, так, знаешь, так, 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 так. Так, я буду в воде быстро плыть. Под водой вообще классно. Кстати, воздух-то не кончается. Дима, на дне это, надо по кругу ходить, они не смогут тебя да? поймать. Да? Хорошо, запомнил. Да. Все, я под водой. А тут нема никаких секретных ходов? Нету под водой. Не, есть один, один есть. О, смотрите, где я место нашел. Прикольно под водой, кстати. Так непривычно, такой все, знаете, звук такой глухой, ничего не слышно вообще. А мы выживаем под водой, от скибиди, доп, доп, доп. Вроде так оно там поется. Да-да-да. Так, сразу там сюда. Побегут. Быстрее, быстрее, быстрее. Не-не-не, ой, чуть не упал, еще чуть-чуть. Ой, я слышу, вон они там выплясывают, водяные челики. Ну этот, этот скибиди доп вообще очень быстро стал популярным, просто мега популярный. Ну да. Ого, их там. Ну да, так Дима, ты. Смотри, как мой труп притягивает к земле, что я аж. Да. Да я знаю, что ты Дима, да. Иди наверх. А где ты? Ой-ой-ой. Здание. Иду, иду. А ну, если так смотри, не будем спрыгивать. Хватит. Да, с низкой гравитацией, ребята, сложновато выживать вообще. Дима, я прилег полежать, ты не против? А лежи, отдыхай, чего ты? Ай. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, беги! Беги, 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 быстрее, 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 быстрее! А, не сзади, быстрее! А ты что, внутри? Нет, я уже тут на спауне, вот я здесь. Ой, они прям рядом! Я сейчас попробую их обмануть, смотрите! Ладно, то я им поддался на самом деле, ну... Сложно убежать, очень сложно. Эй, пацаны, помогите, отвлеките их кто-то, ну блин, а! Ух, их тут! Да-да, их нереально много. Они через потолок убивают. Так да. Дима, иди, сам, иди ко мне. А где ты? Будем жить. Я сверху, вот. Вот. Но. Красиво, красиво. Спускаюсь, бегу. Бегу со всей силы. Так, я вот сюда попробую побежать. Беги, Дима. Да бегу, бегу. Они за мной, что ли, все? Вы чё? Да-да-да-да. Отстаньте от меня. Так, сюда, быстрее, быстрее, быстрее. Все, оторвался, отлично. Пойдет. А если попробовать с этой, с этой гравитацией, если попробовать лазерный меч взять, можно будет прыгать или нет? Давайте проверим. Нет, нет. Вообще не прыгается? Нет. Ой, урон! Ай, сам себя убил, что я и говорил.
Ай, вообще жесть. Дима, Дима, смотри, как я буду между ними кружить. Давай, 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 я посмотрю. Что-то у тебя, блин, там что-то не получается кружить. Вот это колбасит, ребята, смотрите. Гляй их за мной. Вот это веселье. Еще больше ставить? Да, мало, очень мало. Да куда еще больше? Мы и так погибаем постоянно. Бесконечно при том. Нет, 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 я лучше буду сюда. А, я забыл, спрыгивать нельзя. Мне кажется, вообще жесть будет. Ай-яй-яй. Ух ты. Вот это меня колбасит. Да что со мной? Эй, успокойся. Все. Я знаю, где можно выживать. Где, где, где? Подскажи. Пошлите за мной. Отвали. Надо, чтобы он за тобой не бежал. Я тоже. А ты смотри, пристал ко мне, отвали. Ой, я понял, как его обманывать. Он разгоняется резко. Ай-яй-яй, не получилось. А то я поддался на самом деле. Как всегда, когда сливаюсь. Да блин, это жесть. Да хватит, пацаны. Да что все толпой за мной гоняются? Куча пацанов играет. Что за мной постоянно? Вот, Дима, за мной беги. Вот я, вот я. Бегу, 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 бегу. Не хватает, конечно, высокого прыжка, чтобы это сделать. Так, я, видите, одного за собой погнал. О, я вот так встану. Ребята, они не смогут убить, смотрите. Ладно. Я думал, они будут в щель падать и все, и ничего мне не сделают. Но я им тоже в этот раз поддался, ну. Во, я попробую тут повыживать. Может, все-таки они сюда не придут? Не, не сюда. Не, я здесь повыживаю. Там слабое место. Так что, хорошее место. Прекрасное. Он уже бежит туда. Нема никого, смотри. Никого нету вообще. Как это? Ребята, хорошее место нашел. Никто меня не убьет здесь. Видите, мимо прошел. Ай, быстрее, 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 быстрее. Все-таки нашли меня эти чили-пиздрики. Так, 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 сюда. За мной? За мной, за мной, за мной. Спрыгивать невозможно, просто, ну никак. Саня, а ты где? Так. О, я сейчас, короче, ребята, кое-что сделаю. Спасибо, Дима. О, гравитация. Спасибо. Все, теперь мы можем высоко прыгать. Красота! Ой-ой-ой, вот это они подкидывают! Мы больше начали умирать. Ха-ха-ха-ха! Вообще класс! Тихо-тихо-тихо! Я спрятался в таком месте, где меня никогда не убьют. Да? Да. Помойте. Во, я себя взрывом подкинул очень высоко. Только жизни мало осталось. Еще раз. Лазерный меч. Не, мне кажется, легко стало выживать, смотрите, когда высоко прыгаешь. Че-че? Выстрелы слышишь? Да, 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 это ты сам себя убиваешь? Да, естественно. Молодец. А, я туда, не туда прыгнул. Не туда, не туда, не туда, не туда. Вот это трындец. Дима, возьми лазерный меч, ты будешь суперменом. Да? Да. Спасибо за подсказку. А я лечу, 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 лечу. О, на крыше? А интересно, они могут на крыше допрыгивать или нет? Как вы думаете? Да. Могут, да? Да, нет. А, я убился! У нас же реалистичный урон от падения стоит. Ого, я прыгнул! Интересно, ребята, напишите в комментариях, долечу до этого? До крыши или нет? Нет, мне кажется, не долечу. Не долечу, не долечу. Долечу! Нет, не долечу. Эх, об угол ударился! Только не умереть, только... 4 хп осталось. 4. А я сейчас умру. Ну, блин, реалистичный урон от падения. А нет, живой. О, Маквейт, привет. Ура. Пацаны, смотри, как я красиво залетел. Ни финта себе, можем высоко прыгать. Ой. А, я сейчас умру, наверное, потому что реалистичный уже урон. Контрол зажми, контрол зажми. Да? У меня. О, спасибо, о, спасибо, что подсказал. Я забыл, что с контрол, а они тогда жизни не тратятся почему-то. Ой, я третьего лица остался. Они еще в прыжке. Так, попробуй сейчас туда же допрыгнуть. О, жизнь, жизнь. Как это не слышно? Слышно меня? А, смотрите, летим красиво, красиво летим. Вот это класс. Так. Забудь контрол нажать. Да, я уже держу специально, чтобы не проиграть. Че, они до нас не допрыгивают, пацаны? Нет, не допрыгивают высоко аж. Да, я сейчас вот сюда на балкон встану или на край этого. Мы просто слишком быстро бегаем, вот и все. Во-во-во, я сейчас встану вот так на краюшек, посмотрим.
Они достанут, поверь. Не, они не достанут. Ах ты жопорской! Ну смотри, что... А, вы против меня опять сговорились? Хорошо, хорошо. Я запомнил вас всех в лицо. Зря вы, пацаны, зря вы это затеяли. О, нет. Я буду мстить. Я за Диму. А, ракету поставил, блин. Я удалил ее. Все, ракета. Нет, ликвидировать. Нет, ты не сможешь. Все, налетит туда на... А! Направил ее. Ого, меня аж придавило. А это законно вообще? Наверное. Все, полетело, пацаны. Прощайте. Они А что написано, что профит убил, если это я? Да ну как-то странно просчитывается. Читы. А, наверное, кто ее дотронулся, да, тот и убивает, типа. Нет, это вообще далеко. Да, это очень странно. Тихо. Две ракеты, одна и вторая сразу. Бум. Опять по мне стреляете? Хорошо. Не-не-не, чё. А, да что вы делаете? Вот так, значит, хорошо. Ну и все. Ах, вы зараза, да что вы ее трогаете? Эй, не трогай мою бомбу! Да это моя бомба! Дима, не делай его. Да на! Ну бомба, взорвись! Ну! Вот он будет угар! На! Я ее защищал! Вот еще, вот и на! На тебе еще! Ой, а что она не взорвала? Ты ее удалил, что ли? Эй, жесть! Я ее не активировал. Так, а где эти чили-пиздрики бегают? Вот он сзади меня бежит. Догони, не догони. Смотрите, перепрыгну его по красоте. Ай, не нажал ту кнопку! Вот это личик красиво. Они на спавне стоят, убивают. Фул кемпер. Присед. Нет. Вот это жесть. Три. А что, они живы? Давайте проверим, живы они или нет. Уже их убило? Кто сгорит с модом? Не, все работает. А, у меня запинговало сильно. У меня идет четко. Они живые, пацаны, или нет? Да, я вижу, убивают. Если вы хотите, чтобы мы еще поубегали от Скибиди Доп-Доп на другой карте, так ставьте лайкосик, будет 3000 лайков, сразу запишем. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, всем отличного настроения и всем пока. Не крашнится, у меня теперь горизонт не вылетает. Не крашнится никогда.